Здравствуйте, товарищи любители роботов и всей остальной фигни. Значит, Рифтбрейкер продолжается. Охренеть, я капитан очевидность. Да. И у меня есть важная новость. Слушайте, прошлая серия у меня не записалась. Точнее говоря, записалась там с небольшими проблемами техническими, отвалился звук. И, в общем, короче, это навело меня на мысль. Ну, потому что я так подумал, блин, а что произошло-то за ту серию? В общем-то, особо ничего, пару раз наломились, и все. И, наверное, ребята, я знаете, что буду делать? Я буду делать серии, короче, очень сильно ужатые, вот. Ну, в смысле, они не будут не короткие, а я буду много-много записывать, и потом из этого клепать серию, чтобы, короче, побыстрее двигаться по прохождению. Это очень поможет не плодить серии ради серии. Я понимаю, что сам себе подсираю, но, короче, да, вот я так подумал. Значит, смотрите, что произошло из того, что вы не видели. У меня кончилось здесь одно месторождение, я поставил новое. Я открыл ремонтные вот эти башни с футбольными мячами и поставил их нахрен. И еще я поставил радары, вот он, видите, пульсирует. И на карте можно видеть такие вот круги. Это, короче, радар. Естественно, я исследовал исследовательскую лабораторию. В общем, короче, я даже ее построил. Это она? Это ты? Ты кто? Это она? Я не пойму, кто это. Короче, кто-то из них она, я вам точно говорю. Исследовательская лаборатория. Вот она, да, вот она. И мы, короче, качаем башни. И я еще прокачал себе немножко нового оружия. И, в общем, я весь такой молодец, как соленый огурец. И прикиньте, ну и все, короче. Ничего больше-то особо не произошло. Откуда здесь взялся нахрен этот куст? Так, что еще? Смотрите, вот вниз пошли. Вот я тут, видите, немножко базу расширил, чтобы завладеть вот этим вот месторождением карбоновой руды. И еще я построил себе вот здесь блокпост с телепортом, смотрите. Да, видите, у меня тут, собственно, кобальтовая руда находится. И мне пришлось, видите, что здесь учудить. Потому что я когда рубился, использовал телепорт, и у меня вот здесь закрылся мой временный, короче, понимаете. И, в общем, неудобно. И поэтому я теперь могу прыгать туда-сюда обратно. Ему и мне приятно. Всем приятно будет, да. Окей, давайте смотреть, что мы будем делать дальше. Значит, нам нужно поместить насос в резервуар с жидкими ресурсами и построить новый фильтрационный завод. А у меня такой вообще есть? Привет. Фильтрационный завод. Это очень интересно, это что такое? Вот, завод, фильтрационный завод. Водный, да. Теперь надо найти резервуар с водой. Пошли исследовать. Короче, набеги жуков-мудаков стали довольно серьезные. Поэтому, собственно, даже вот я сейчас вам угол покажу. Угол, который мы еле сдержали. В общем, даже не еле сдержали. Я его один раз... у меня его один раз выбили. Видите, вот этот угол. Пришлось сделать вот такую буферную стену. И привет огромный человекам живым, которые... кричали, что я неправильно турели ставлю. Я изначально планировал делать стену. Я об этом говорил в сериях. Как вы смотрите? Твою мать, вашу мать, всех мать. Все нормально будет, не переживайте. В общем, из планов ближайших вот сюда базу вырастить, чтобы железо, короче, себе приписюнить. Потому что то железо скоро кончится. Вот, а здесь у нас два месторождения, их надо забирать. Так что, дело в том, что игра очень большая оказалась. Она, короче, вот из-за того, что надо много бегать, много ходить, она будет занимать прохождение часов 30, короче. Я не хочу делать 60 серий, понимаете? Это будет бред вообще полный. Я хочу как-то пройти и в общем, вам рассказать, что мне интересно. Сюжет говно. Но просто хочется посмотреть, какие здесь есть технологии и возможности. Так, а где же резервуары с водой? Слушайте, единственное, что я могу предположить, это болото выкачивать. Можно так вообще сделать? Смотрите, вот есть у нас болото, да? Есть у меня насос. Вот, жидкий насос. А, и правда, слушайте, мы из болот можем доставать. Так у меня на базе есть болото. Здорово, мудаки, пошли в жопу. Смотрите, что у меня есть. Специально для вас минка. Давай, подходи. Вот так-то. Обожаю минки. Слушайте, минки меня так спасли. Да иди в жопу, пень. Минки, вот здесь, которые у меня находились, они просто божественные. Видите, еще что-то осталось даже. Просто здесь был налом с трех точек, и всех там раздрестало этими минами. Вообще кайф. Так, вот наша жидкость. Да подожди ты, хватит бегать. Все время shift хочу нажать, не знаю почему. Так, вот это, видите, надо сюда, короче, воду будет подключить. А, серьезно, а вода по низу идет, да? Блин, слушайте, у меня проблема тогда. Ну ладно, давайте поставим насосик. А что тут между клеток как будто бы ставится? Нет? У меня глючит уже, что ли? Короче, хочу насосик.
Хочу насосик, который поставился вообще не туда, куда я хотел. Будь ты проклят, насосик. Продайся. Чего не хватает? Что-то он сказал, не хватает, а я прослушал. Ну, короче, хочу насосик тогда вот сюда. Вот насосик, значит. Теперь нам нужен фильтрационный завод, который будет получать говно и выдавать оттуда чистую воду. Теперь мы подключаем это все трубами. Просто вот прям вау, как в фактории. А что ты? Давай кругляшок. А, вот все нормально. Вот, энергию проводим. И теперь надо провести трубы. Слушайте, а может мне эту хиромантию переставить, а? Ну, серьезно. Соедините. Да понимаю я, да. Сколько ты стоила, слушай, штука? Блин, ее, по-моему, так просто не переставишь. Ее надо сносить и заново ставить. Так, вот у меня есть лаборатория. И если я вот тебя сейчас... продайся. Давайте я просто переставлю, потому что ну тянуть трубу так далеко, ну какой смысл вообще, да? Я думаю, что никакого смысла в этом нет. Мы ее поставим вот сюда, и будет у нас все отлично. Да, она строится довольно долго, но ничего страшного. Главное, сейчас опять налома не было, потому что когда я первый раз ее начал строить, у меня был налом. Мне надрали жопу, и я был очень зол. И, короче, походу, вот эту штуку тоже придется переставлять. Хотя, вот сюда можно воду завести, а сюда мы заведем непонятно что. Ну, понятно. Понятно, что непонятно. С энергией опять у нас проблем. Блин, я построил уже два завода, которые жрут мяско. И вот видите, кончилось, короче. Это говно кончилось. Карбоневые руды осталось 45 тысяч. А здесь пишется вообще? О, здесь 34. Отлично. У меня тут, конечно, на базе такой небольшой бардак. Блин, слушайте, железа осталось 8 тысяч. А тут, а чё, в смысле, ты выкопал, что ли? Ну, классно, чё. Слушайте, все, надо железом вопрос решать. Надо решать железом вопрос. Пошли решать его. Пустите меня, я хочу решать вопросы. Так, мы делаем вот такую стену. Вот до сюда, допустим. Мы делаем вот такую стену. Прям вот далеко, короче. И мы делаем вот такую стену. Прям до камня, короче. Вот так вот. Отлично. Мне это уже нравится. Вот этот кирпидон бы сломать, было бы очень круто. Так, теперь нам надо здесь, короче, ворот понакидать. Вот тут, допустим, тут. Потому что без ворот жизнь не мила. Я хочу везде выходить. Входить и выходить. Они там какие-то диалоги ведут, ребят. Если вы хотите, вы можете на паузе почитать их. А если не хотите, можете не читать. Я хочу еще сделать здесь ремонтные вещи. Вот как-то так. Потому что, да и скорее всего, будет ну довольно тяжеловато все это отбивать. Так что ставим турели, не стесняемся. Прям совсем не стесняемся. Вот здесь еще надо поставить. У меня, блин, 9 осталось микросхем. Ну, я сейчас там стену-то снесу ближе к базе, и все будет у меня, в принципе, хорошо. Но, в общем, да. Ребята, ваше время вышло. Спасибо, что поработали со мной. Теперь вы не нужны. Вот так. Так, и вот этот еще кусочек тоже надо снести. И, в общем-то, вот этот сегмент тоже весь уходит в небытие. До свидания! Спасибо за ваше сотрудничество и поехали с энергией. Вот туда прям ее потащили, все здесь подключили и вот здесь. Ну и последний штрих, это, конечно же, фонари и моя любимая бетонная заливка. Хочу бетона. Давай. Нужно больше бетона. Вот так вот, хорошо пошло, хорошо идет. Смотрите, как все заливается, все прям красиво будет выглядеть. Как будто бы так и было изначально запланировано. Все, успокоился. Используйте интерфейс орбитального сканера, чтобы совершить прыжок в портал и переместиться в отдаленную зону. Подожди. Нет, еще рано. Налом. На нас идет налом. Так, вода пошла. Кажется, вода пошла. Так, слушайте, налом идет опять с той стороны. И, наверное, тогда минка, еще минка, больше миночек. Вот здесь вот между камушками миночки. На всех подступах, короче, нужны миночки. Ну давай, минькой, что ты бесишь ты меня? Вот, хорошо пошло. Да, чувствую, жопу-то мне сейчас будут мылить. И, возможно, нехило. Давайте я прокачаю по-быстрому турельки. Вот так вот. Все кончилось. Черт, у меня, по-моему... Кобальт кончился. Ребята, сейчас я приду. Нужно кобальта мне. Как же он медленно его выковыривает. Друг, 40 секунд. Давай, ковыряй скорее.
Надо, я не знаю, сколько, сотку давайте. Все, есть сотка домой. Я дома. Качаем дальше. Вроде все, да? Да где-то дверь сраная, спасибо. Вроде все, да. Ну, теперь остается, я думаю, что поставить еще одну стену на всякий случай, чтобы турельки сразу не срубили. Вот так вот, и вот так вот. И вот до сюда. И где там у меня? Вот. Я, по-моему, да? Да, вот это лишнее. Да понял, я понял. Давайте здесь радаром посветим. Вот так вот. И, кстати, надо бы радарчик-то один переместить. Тут есть как бы место где-то. Вот сюда хочу радар. Где бейс Under Attack? Че бесит у меня? Ничего не Under Attack. Че началось-то? Так, надо оружие выбрать. Я буду рубиться с пулеметами. Да, я готов. Сколько там уже? 10 секунд осталось до нападения. Нормально, все хорошо будет. Что у меня там за... Это самое... Тут какая-то точка светится. Да подожди ты, он меня все хочет отправить куда-то. Энергосоединитель уничтожен. Я не понял. Так, карбониевая кончается. Я понял, где они рубят меня. Тварь, падла. Они снесли мой кобальтовый завод. Ублюдки. Ладно, я построю новый. Прикиньте, забыл просто про него. Вот это я молодец. Ну ладно, мне пока ничего страшного. Я вот так умею делать. Жопа какая, а, получилось-то. Ну ладно, я буду больше строить базу и сильнее. Короче, карбониевая руда кончается, значит, надо вот здесь будет сейчас подсоединять. Пока дебилы на меня не нападают, я займусь полезными вещами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. А вы, ребята, прокачаны? А вы не прокачаны, слушайте, а тут вообще дыра. А че за говно? Ну, постройся сюда. Ты кто? Я тебя не звал. О, идут. Черт, идут правее. Вот дерьмо. Ну-ка, быстро сюда. Тихо. Сюда, дебилы, сюда. Сюда. Кись. Вот они миночки-то, которые для вас предназначены. Ага, я понял. Хватит стрелять по моим турелькам. Ребята, тут миночки, все для вас. Ну... А теперь посражаемся. Не попал. Давай. На. Следующий. Ага. Ну, пока все неплохо. Это типа... Слушайте, походу, мои те турели, которые там стояли, половину разбомбили. Ну и ладно. Ну и насрать. Так, они меня уже гонят в другую планету, ребята. Я не очень хочу, на самом деле. Это откуда взялась? Уберись. Я не очень хочу, на самом деле. Я бы хотел сейчас здесь еще все поделать. Ну ладно, чё? Я не знаю. Ну пойдем. Кто там меня хочет? Так. Я не могу. А я могу. Разведка радиоактивной пустыни. Разведка кислотных полей. И разведка вулканической области. Давайте начнем с пустыни, наверное. Да, открыть портал. Я родился. Слышите звук? Radiation. Естественно, радиационный фон в этой области очень высок. Он убьет большинство живых организмов с Земли. Кажется, меня пердолит. Это меня где пердолило? Вот здесь? О, прикольно. А вы взрываетесь? Ну-ка. Да. На, вот тебе еще минку. Так, ладно. Надо исследовать регион. На предмет всякой какой-то активности. Так, карбониевая руда, спасибо. А это кто? Новый вид. Здрасте. А вас там немало. Минка. Граната. Давайте, ребят. О, хорошо пошло. А теперь моя очередь. Какие-то муравьи-переростки на этой планете живут. Вижу железо. А тут у нас что? Эть. Вы чё, какие агрессивные, это же задница. Они очень быстрые, слушайте. Это, видимо, местные собаки, вот как на той планете. Ой, какой прикольный чувак. А ты же, ты типа хороший, да? Ты неплохой же. Какой интересный летающий скат. О, много железа, это мне нравится. Надо решить, где здесь у меня будет база. Я очень хочу базу здесь уже прям. Я уже здесь живу, поселился прям.
О, ребята, это просто как звездный десант какой-то. Это что ты таким стрельнул? Нифига себе у вас оружие, пацаны. Нормальное такое. Нормальное. Да кто меня радиацией долбит? Кто-то долбит. Не пойму, откуда только. А, вот кристальчик маленький. Вот гадина такая. Короче, кристаллы фонят. Это я понял. Образец Зорант 2. С каждого... Серьезно? Ну-ка, а здесь есть образцы-то? А нету здесь. Ну ладно. Вон у меня там какой-то, видимо, цветок для изучения есть, да? Да-да-да. Здорово, друг. Серьезно? А так? А так? Вроде пробивается. Убивается даже. 11 из 30 мы исследовали регионов, видимо. Давайте посмотрим, что внутри. О, черт. Че вы бесите меня? На. Минка. Фига вас, просто ужас какой. Вот это я понимаю. Пошинковал, как спагетти. Да че вы бесите меня? Эти плохо убиваются, кстати, молотком. Боже, что происходит? За откуда столько желтого на экране? Отправляйтесь к гнезду стрегоросов. Кто это такой? Зачем мне к нему, к этому гнезду? Непонятно. Совершенно непонятно. Да что такое? О боже, опять ждать 10 секунд. Зато на этой планете 200% солнечной энергии. Если посмотрите на карту, это видно. Вы открыли уникальный предмет, стальная статуэтка. Обосраться можно. Это именно то, что мне нужно было на этой планете. Куда мне идти-то? Убирайся. Гнездо. А где это гнездо? А? Из этого региона. А что-то все уже, походу. Это, видимо, про гнездо и было. О, Минка. Что-то не туда улетело. Я не знаю, что меня перезаряжает, но меня что-то перезаряжает на этой планете. Это меня радует. Вон они, козлы. Минка. Вот это хорошо. Ты кто? Смотрите, какой-то росомаха. Повышен уровень осведомленности. Спасибо. А, так это мои любимые друзья. Эти, невидимки. Вон из них тоже что-то валится. Что-то прогресс прям еле идет, еле идет. Вот тебе и тебе. Вот это я забираю. О, я еще только их открыл, потрясающе. Они меня пердолят с самого начала прибытия, я только их открыл. Короче, продолжаем исследовать карту. Это прикольная миссия. Вот, не попали. Не попали вообще никак. Бам. Классно, что мины друг от друга не срабатывают. Вот, иди съешь минку мою. На тебе по башке. Так, а это что, взрывающиеся, нет? Вроде нет, нормально. Пойдем дальше. Исследовать будем все здесь. Сейчас я здесь зайду вглубь региона, открою прям вот так вот. На тебе, сразу 17 из 30. О, смотри, а, это те же. Блин, я думал, какие-то черепашки. Ребята, минки для вас. Обожаю минки. Я, наверное, тоже обожаю их. Все, отвали. Да иди в жопу, спасибо. О, тихо, тихо. Да, хорошо подошел, просто идеально. Блин, как они фонят жутко. Надо все здесь взрывать, ребята. А здесь вообще какая-то лютая фигня с этими кристаллами. Так, тихо, спокойно. Да что-то меня обратно повернуло. На тебе, вот. Еще на, и еще на. Так, давайте возьмем что-нибудь поинтереснее. Или нет? Нормально, рукопашную пока работает хорошо. Вот, не считая того, что меня долбят эти... Долбаные долбят меня. Там еще какая-то интересность впереди. Так, открываем регион. Да господи, оно меня сейчас убьет. Это гребаная радиация. Просто издевается надо мной. Да подожди, куда ты попрыгал? А, ну нормально. Все, расковыриваем. Сейчас еще какой-то уникальный предмет. Тостер. Да тихо, тварь! Пустите, суки. Вот так, поехали. Живи! Умрите. Ублюдки, умрите. Умрите, твари. Охренеть, вот это было близко. А, мне еще 7 регионов надо открыть. Я не знаю, как я это сделаю, потому что у меня хп осталось на пару пинков по заднице. Да что ты бесишь-то меня? А, вот все развалилось. Да, слушайте, это, конечно, жесткое дерьмо. Вон там еще какие-то козлы агрессивные. Вырубай фонарь, уже слепишь. Дальний свет-то вырубай. Так, впереди козлы.
Руби, еще раз руби. Пока они бьют мое энергетическое поле, мне хорошо. А я могу отсюда свалить, если что, нет? Смотрите, зыбучие пески. Обосраться. Оу, тихо, вижу. Вижу эти ваши кристаллы. Так, аккуратненько продвигаемся вглубь. Мне надо всего лишь 7 регионов. Вот таких вот. Уже осталось 4 региона. Да подорвись ты уже, твою мать. Вот давай, попади в него. Хорош. Так, с этим я рубиться не хочу. Пойдем вниз. Ничего себе, какие щиты у тебя. А так? А вот так вот? Понял? Будешь знать. Вот это взрываем. Ой, обратно прилетело. Тогда вот это взрываем. Красиво все здесь разваливается. Мне очень нравится. На тебе еще. О, привет, пацаны. Это я не то нажал. Минка вам взад. Еще минка взад. Да, не ходите за мной, будет больно. Так, остался один буквально регион. Пошли направо. Какой-то вирус, что-то. Повышен уровень осведомленности. Вот вы вообще мне не нужны, ребята. Вообще никак. Спасибо, пакусички, да. Очень опасно здесь, ребята, бегать. Привет. Не то нажал, простите, опять. Это тебе. Это вам всем. Минка. О, хорошо пошло. Страйк просто выбил. Все, пойдем дальше. Вот здесь, вот этот регион сейчас открываем, и все у нас отлично в этом мире. И взрываем эти кристаллы. Все, мы завершили. Миссия завершена. Поищите уран на новой территории планеты. Подождите, но я же... Как мне вернуться домой? Узел связи. Ванпост. А я не могу домой. Я хочу домой. Пожалуйста, можно мне домой, штаб? Я могу домой, я хочу домой. В этом регионе постоянно ванпоста, а телепортация в другую точку планеты приведет к потере координат данной позиции. И вы больше не сможете сюда вернуться, вы действительно хотите продолжить. Нет? Или да? Ну, то есть, меня портанет на планету, но не прямо в это место, правильно? О, гнездо стегоросов. Охренеть, у меня сколько всего открыто. Короче, я домой хочу, да, пожалуйста. Мне страшно очень там. Я вернулся. И здесь какая-то жопа происходит, я смотрю. Слушай, не говори-ка, я полностью с тобой согласен. Надо будет сходить туда за ураном, но мы это сделаем, товарищи, уже в следующей серии. А я на этом с вами попрощаюсь. Спасибо за внимание. Услышимся в продолжении. И вот это надо продать.